Обожаю это блюдо за то, что в нем огромное количество овощей. Все по сезону, все полезно, все, что организму нужно. Всем привет! С вами канал «Вкусно и кошерно». Сегодня готовим вкусный ужин в одной посуде. Гречка с овощами и тефтельками. Итак, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И готовьте со мной, готовьте как я, готовьте лучше меня. Сначала я порежу баклажан на кубики. Баклажаны я залила водой и оставляю их на полчаса, чтобы ушла горечь. Дальше подготовим оставшиеся овощи. Лук я порежу на кубики. Морковку натираем на терке. Дальше нарезаем болгарский перец. Удаляем и тоже нарезаем кубиком. Теперь нарезаем кабачок тоже кубиками. Что займемся фрикадельками. В фарш я тоже добавлю лук, надо его мелко нарезать на кубики. Лук добавляем в фарш. Морковь я натираю на терке. Морковь также добавляем в фарш. Также добавляем сюда пару ложек панировочных сухарей. У меня здесь кориандр. Вы можете добавить любые приправы, которые вы любите. И итальянские травки. Также соль, перец. И натираем чеснок. Фарш перемешиваем. Сначала ложкой, потом руками. Если кто-то хочет, можно добавить яйцо. Я яйцо не добавляла. Фарш готов. Можно скатать шарики. В сковородку наливаем растительное масло и первым жарим лук. Через несколько минут, когда лук начнет менять свой цвет, добавим морковь. Лук слегка позолотился, добавляем сюда морковь. Все это перемешиваем и пару минут жарим на огне. Я добавлю сюда еще чуть-чуть масла. Морковка слегка поджарилась. Добавляем сюда перец. И перемешиваем. Следом за перцем идет кабачок. Дальше все перемешали.
оставляем все это на пару минут. Пару минут прошло, добавляем сюда баклажаны. Опять все это перемешали. Закрываем крышкой и оставляем на 5 минут. 5 минут прошло. Теперь я натираю еще зубчик чеснока прямо в сковородку. Добавляем сюда гречку. Гречку я предварительно помыла. Потому что иногда в гречке бывает очень много песка. Теперь добавляем соль. И все тщательно перемешиваем. Также я добавлю немного воды, так как овощи пустят свой сок, поэтому много воды не надо. У меня здесь один стакан. И сверху кладем тефтельки. Закрываем крышкой и оставляем на медленном огне на 20 минут. Пока все это готовится, порежем зелень. Зелень в этом блюде – это просто обязательно. Она придаст свой незабываемый аромат. Поэтому, если у кого-то дома вдруг не оказалось зелени, срочно бегите в магазин покупать. Я взяла здесь зеленый лук и укроп. Двадцать минут прошло. Открываем, выключаем и добавляем зелень. Такое вкусное и полезное блюдо гречка с овощами, с фрикадельками у нас получилось. Приятного всем аппетита! А с вами был канал «Вкусно и кошерно». Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых выпусках. Ставьте ваши лайки и пишите комментарии внизу под этим видео. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч! Пока!